Конечно, пытается свои ворота сохранить неприкосновенности. Ой-ой-ой, что тут у нас? Что, буллит будет назначен? Да! Ха-ха! Никитенко, шайба, и бросок. Ой-ой-ой, Францкевич. Все-таки сумел. Сумел сохранить свои ворота неприкосновенности в этой дуэли. Казалось, все правильно сделал Андрей Никитенко. Посмотрите. И уже угол-то был открыт, но не поднял он шайбу, а клюшкой вот так вот.